Привет, друг, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует твои комментарии. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи», проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Переговоры в Skype. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160 5878. Итак, беседы современной молодежи. Рассказ номер 17. Атака на сайт и немного концертов в Харькове и. Рассказ перенесет тебя в 27-30 ноября 2013 года. Так, поехали! Как ты при работе? Ой, Максимка, атака была сегодня на сайте, отбивался. В каком смысле, блять? В прямом. Я только пришел. На данный момент мы можем наблюдать следующие одновременные запросы. Насколько видно, они все исходят от одного адреса. Мы можем заблокировать этот адрес, если он вам неизвестен. Вполне возможно, что таким образом пытаются атаковать ваш сайт. Эти самые 91-216-106-13-77-223-63-104-212-194-54. Вот тебе ссылочки на мои сайты. Petrofonname.com. Сейчас я тебе позвоню, пообщаемся. Звонок прошел, полчаса мы общались. Что там происходит в этой ссылочке с камеры наблюдения на зеркальной стене? Люди какие-то. Лимузины, возле него куча народу. Вылазит еще с автобуса, вот они еще раз сосались. Лайбах, концерт. А, то в жаре, а тут Пенкин в Хатове. Вот, ссылочка тебе на Харьков интернет-билет. Понятно. Не, я такое не слушаю. Я тоже. Я просто узнал у Гугла, кто там сегодня у них на меню. Да я понял. Причем не то, не это, не в моем вкусе. Кстати, меня забанили на сайтах знакомств почему-то на манге. Типа статус вдруг разонравился им, понимаешь. Вот висел, никому не мешал, и вдруг, на тебе. А на Украдейт требует платить абонемент, блин, суки. Скорее всего, у тебя в нете IP поменялся и попал на забаненный. Так, сегодня из Агата Кристи Самойла выступает в Харькове. Это в твоем вкусе? Ну да, это еще нормально. Согласен. И Лайбах тоже мне покатит, кроме Пенкина, конечно. Ну да, хотя Лайбах тоже шлак. Что попало? Кое-что есть. Например, перепевки. Не знаю, мне перепевки наоборот. Вот еще ничего. Дайте ссылочку на YouTube. Да, и напомнил СССР. Да, интересно получается. При совке в послевоенные годы один бакс стоил 60 копеек. А сейчас он дороже. Сейчас он стоит сколько? 8 гривен. Да. Ага, песня, может, и получилось бы ничего, если бы туда нормальную гитарку и убрать отвратный голос этого мудака. Я бы ихнего вокалиста вообще вынул бы. В три шеи нафиг. Правильно, и поставил туда Тёмку. Точно! Вот тебе ссылочки. Ещё. Ни хрена себе сцена, это для состоятельных людей. Это Пенкины всякие там, Самойловы. Цены там, ого, какие, нифига себе. Снова спамит IP 212-194-54. Ссылочка на speedguide.net 212-178-28-54 Одесса 216-106-13 Михайловка 77-223-83-104 Свердловск. Спасибо, что рассказал, конечно, но мне это не интересно. Это я сохранил для себя тоже, мне интересно.
Мне интересно, как в скайпе и т.д. можно вычислить, кто с какого IP заходит. В качестве посмотрю, может тебе что есть. Саня, я пытаюсь убедить орифлеймовцев побольше давать на сайте своих постов по одному, конечно. Так, чтобы был в курсе, а то еще поудаляешь кого-нибудь. Ты видел просмотры в объявах, их количество и голоса последствия той атаки? Да, а что? Да ничего, просто. Не, не видел, какие голоса? Ну там посещение есть и рядом голоса. Так это я ставил. Вот тебе ссылочка, вот пример. 1018 просмотров и 900 голосов. Так это я, Сая! Ну тогда ладно. А то я уже подумал, что кто-то тогда пускай будет. А кто-то с Полтавы шарится по сайту. Сядет по плану, подготовил почву для привлечения, а то будут заходить, а тут по нулям. Ну естественно, что тогда будет. Сам понимаешь. Нифига не понял, правда. И старые поля. Ну да, правила будут. Будут думать, что сайт посещается и размещает объявы. Это нам как раз и надо. Работаю над этим, работаю. Тут одна особа познакомился в инете, пригласила сегодня на концерт Артем Семенов. Только пришел, концерт понравился, а вот особо нет, ищу дальше. Еще билет не оплатила, прикинь. Дорогущий там билет был, 300 гривен билет, так охренеть. О, Максимка, ты, блин, прямо этот, как его, жигало какой-то. Итак, друг, ты слышал очередной мой рассказ? Саня мне говорил, что будет рад, если о нем будет написана книга. Вот я, взвесив все за и против, решил издать свою первую аудиокнигу с его участием. Подписывайся на мой канал, каждую субботу встречай мой новый рассказ. Желаю успехов тебе, Макс Саныч. Пока-пока. Запомни, каждую субботу новый рассказ. На этом плейлисте, на этом канале Максим Вехов.